Добрый день, уважаемые зрители. Канал ТВ Лайф начинает вещание в прямом эфире. Вы смотрите прямую трансляцию из Санкт-Петербурга. Мы находимся около Хасанского рынка в Санкт-Петербурге. Власти города планируют снести этот рынок. Давайте посмотрим, какая здесь ситуация. По плану на сегодня запланировано начало сноса рынка. Господин Осиевский обещал, что сегодня придут бульдозеры и начнут сносить. Ну, давайте посмотрим, какая здесь ситуация реально. Вот снаружи рынок выглядит вот так. Вот это вот проект реконструкции рынка, который разработали сами предприниматели, который готов уже к осуществлению. Значит, этот рынок широкого профиля, здесь есть автозапчасти, авторемонт, автообслуживание и бытовые товары, одежда, еда и прочее. Значит, рынок находится в районе Ржевка. Вот рядом совершенно с жилыми, ну, в центре практически жилого района, совершенно рядом находятся жилые дома. Когда предприниматели начинали несколько лет назад строить этот рынок сами, здесь был пустырь с мусором, свалки, короче. Уважаемые люди, давайте пройдемся по самому рынку, да, посмотрим вообще, что он себя представляет, и попробуем выяснить, вообще нужен этот рынок жителям, городу, кому-нибудь еще. Техническая пауза, 1 минута.